гораздо вижу. Человек из сказки и баллончик краски.
Извращенцы. Мужлан. Ну все, пропал город. Let's go.
вставать по утрам. Я бы не сказал Хэнку Дотри лично, но я считаю его очень умным человеком. Пока мы его не нашли, он уже пару раз бежал из тюрьмы. Кроме того, он умудрился не сойти с ума, а с этим были проблемы даже у самых стойких заключенных. По слухам, именно Хэнк устроил несчастный случай с транспортом в Сэмон-Бэй. Именно он освободился и помог бежать двум другим проводникам. Только подумай, как изменился бы твой мир, если бы этого не произошло.
Я сделал мир лучше. Да я не боюсь. Thank you.
двигайся. Почему вообще весь этот шум? Мэйди с тобой. Все будет хорошо. Алло, это Делсин Роу? Да, а ты кто? Я твой большой поклонник. Это же твое граффити на Space Needle. Возьмите власть в свои руки. Я понимаю, чего ты добиваешься. Свободу угнетенным, и я хочу помочь. Ладно, хочешь помочь? Подскажи, где мне искать беглого проводника, который прячется в районе фонарей. А зачем тебе он? Или она? Хочу пожать ему или ей руку. Ясно. Но я слышал, Дес собирается перевести всех потенциальных проводников, которых удалось задержать, в специальный лагерь в центре города. И колонна поедет как раз через район фонарей по эстакаде номер 90. Ты не знаешь, у кого-нибудь из этих людей на самом деле есть способности? А, да. Да, конечно, я уверен. Да. О, спасибо. Кстати, как ты сказал, тебя зовут? Юджин. Тупое имя, я знаю. Имя Делсин мама вообще в вестерн не услышала. Так звали ковбоя. Юджин, по-моему, самое очевидное решение — немного опустить дорогу, типа выдернуть у них ковер из-под ног. Ты же можешь ее просто взорвать? Нет, так можно случайно убить проводника, которого ищу. Я просто перебью опоры, и она просядет под грузовиками. Бам! И дальше не проехать. Класс! Вот поэтому я от тебя и фанатею. Вот бы самому это увидеть. Так приходи и посмотри. Только знаешь, встань где-нибудь подальше. Когда мы, проводники, работаем, вам, смертным, лучше не путаться под ногами. Ага. Тогда я лучше, наверное, все-таки дома посижу. Но если еще что-то узнаю, обязательно сообщу. Тускнеет.
Юджин, когда там поедет эта колонна? А, сегодня вечером. Я, честно говоря, точно не знаю. Ты еще у эстакады? Ага, тут. Развлекаюсь беседами с местным населением. Наверху вообще машин нет. Ну да, это все потому, что Дес перекрыл въезд на шоссе для гражданских. Ну, так что, ты уже закончил с опорами? Все готово. Сейчас заберусь наверх и порепетирую, как буду играть с ними в труса. Стоп, вас. Конечно. Лохи. Слышь, Юджин, отзовись. Что именно мне искать? Сам не знаю. Они перевозят большую группу. Поищи автобусы какие-нибудь. Ух ты! А это что такое? Ух ты, это что? Вертолеты. И много. По-моему, они меня в тумане не видят. Да ладно, просто отдайте мне арестантов и разойдемся. Сбил? Не знаю как, но я его сбил.
бензин кончается. Юджин, автобусы укатили. Ты случаем не знаешь, где они? Не. Радиоканал забит их болтовнёй. Не пойму, куда они едут. Стоп-стоп. Ты слушаешь их переговоры? Как тебе это удалось? Да я тут сделал одну прогу для телефона. Я сейчас тебе скину. Так, получил. И что она делает? Ну, отслеживает сигнал. Можно прослушать все переговоры, Дес, но главная фишка — в том, что можно определить, из какой точки исходит сигнал. Ух ты! Надо эту штучку опробовать. На дороге. Это точно был Роу. Мы прорвались, груз не пострадал, но связи с остальными нет. Эй, Юджин, я поймал сигнал. Говорил же. Погибших не знаю. Еще мы потеряли БТР и пару вертушек, но я не уверен, что...
Он пустой. Кто-то меня опередил. Что-то новенькое. Извини, у меня другие планы. Слышь, Юдж, я нашел один автобус, но он пустой. Их было три, значит, надо еще два отыскать. Эй, фанат, ты меня слышишь? Хм, вот так взял и забил на меня. Тоже мне фанат. Помогите! Их слишком... Сколько сегодня убил Делсин? Thank you.
все пошло совсем не по плану. Надо догнать последний автобус, пока его тоже не вскрыли. Это еще что за чертовщина?
стать сумоистом. Ангелы? Серьезно? Либо кто-то из арестантов умеет делать ангелов, либо мне придется драться с Господом Богом, и шансов у меня мало. На рынке Хингхэй нашли один из тех жилетов, которые носят арестанты. Может, этот парень еще там? Там легко спрятаться. Спасибо за подсказку. Только почему ты не отвечал? Хе, не знаю насчет проводников, но обычные люди иногда ходят в туалет. Откуда ты вообще знаешь, где... Что происходит? Тут даже у стен есть глаза и уши. У меня влиятельные друзья, птицы высокого полета. Хорошие, наверное, друзья. Да, лучше не придумаешь. Если бы на мне был такой жилет, я бы от него как можно быстрее избавился, потому что выглядит отстойно. И еще потому, что на нем как будто написано: «Бейте меня, я биотеррорист». Мне бы понадобилось укромное место, чтобы переодеться, с запирающейся дверью, где можно присесть. Сортир – идеальный вариант. Одним выстрелом двух зайцев. Кто из вас их укрывает? Вы не знаете, что ли? Плохое начало. У террористов Дес на нас наехал. Ха-ха, английский не понимаю. Ага, а вот давай-ка мы их сейчас научим. Отлично, задиры билингвы. Так, куда я шел до того, как наткнулся на русских? Ага, сортир. Ня. Нет? Ладно. Я не из ДЭС! И я не из тех, кто любит подглядывать за людьми в сортире! Эй! Я его первый увидел! Ангелы шустрые. Делсин, я в районе фонарей. Ты еще тут? Да, ты как раз вовремя. Что тут творится? Оставишь тебя одного на пару часов, и тут уже ангелы людей похищают? Это как-то связано с проводником, которого мы ищем. Я тут освободил целую колонну арестантов ДЭС. Он один из них. Ну, тебе повезло, что я с тобой. Я умею ловить беглецов. Короче, ищи людей в черно-желтых жилетах. Один такой жилет валялся тут, на рынке Хингхэй. Такой еще фиг снимешь, там куча замков. Вообще здорово ты наловчился охотиться на людей. Когда домой приедем, я возьму тебя в помощники. А то сидишь без работы. Нет, спасибо. Одного копа в семье более чем достаточно. Оставь меня в покое!
Один засел на подъемном кране! За ним! Не возражаете, что я с вами? Слышь, ты та! Тихо. Не приближайся! Нет. Нет! Ну надо же! И чего я напрягался? Лучше б дали упасть. Может, я бы хоть из трупа крохи силы вытянул. Не знаю, кто этих ангелов насылает, но меня это бесит. Они всех проводников расхватали. Так что, ничего нового? Да ладно бы одни ангелы. Тут еще какие-то злые мужики ходят, тоже ищут желитоидов. Это акулы. Довольно известная банда забияк из международного района. Держись от них подальше. Держаться подальше? Да я их валю, как нечего делать. Эй, успокойся. Самое время призвать на помощь копа. Встречаемся у туалета на рынке Хингхэй. У меня есть безумная идея. Ладно, буду ждать тебя у туалета. Слушай, я не... Доверься мне, я же коп. Ты слишком часто об этом напоминаешь. Это чё? Как тебе? Эту штуку было трудно напялить, тем более там. Вонь просто невыносимая. Ну да ладно. Лови! Тебя ловить, что ли? Да-да-да, лови, стреляй. Не в меня. Рядом со мной. Пока не явится кто-то из ангелов. Ну да, конечно, мне же справиться с ангелом расплюнуть. Они тебя схватят и унесут, хрен знает куда. Знаю, слушай, когда ты теряешь телефон, ты просто на него звонишь, так? Ну? Так у нас спутниковая связь. А, так ты ходячий прибор слежения, понял? Да, все должно смотреться правдоподобно, но не слишком. Только чтобы ангелов одурачить. Врубился? А, могу врубить прямо между глаз. Нет, ты... Да ну тебя. Ха. Идея. Ох, сейчас я постебусь. Бойтесь меня, я биотеррорист! Бегите в страхе, ибо у меня есть сила! Красная, возможная суперсила! Ну нет, я никогда не сдамся!
Я биотеррорист! Я ем детей и... котят! Слушай, проводники так не делают. Их тускнее. Бойтесь моей силы! Склонитесь передо мной! Можно не кланяться, правда. Хочешь, пальну в ответ? Бегите, смертные! Я могу испепелить вас одним мановением мизинца! Окопы писают в кровать. И пошел на взлет. Эй, эй, не теряй сигнал! И не будь козлом! Эй, нельзя помедленнее. У меня это первый раз с ангелом. Ого, у вас у ангелов такие нежные руки. Тебе кто-нибудь это говорил? Слушай, скажи честно, ты знаешь, куда летишь? Если заблудился, можем спросить у местных. Я не против. Ангелы из видеоигры? И как я не допёр? Фу, мне нравится, что я по экрану... Ага, давай, налетай, я вас всех сложу! Так их! Толпи по экрану! По-моему, им от этого очень паршиво! Трепыхайся, дай мне прицелиться! Да, гореть мне теперь в аду. Это все?
Деретесь, как херувимы! Никогда я не любил рекламу. Так, а куда Реджи делся? Идея была паршивая. Ну что сказать, брат, из тебя отличная приманка. Ты чё, все сработало же! Мы нашли логово этого повелителя ангелов. Ну, пошли за ним! Я сниму эту хрень и пойду усну где-нибудь в слезах. Там внизу будет куча всяких сюрпризов, и это... Брат, давай сам. Господи! Эй, ну чё ты надулся? Ты ведь сам все придумал! Юджин, спасибо за помощь. Я нашел логово проводника. Сейчас туда зайду. Ой, нет, лучше не надо. Слушай, он проводник, который даже сам драться не хочет. Что он мне сделает? Нет, нет, правда, не ходи туда. Я тебе потом отзвонюсь. Ладно, пойдем за новыми трюк. Так, значит, здесь и делают ангелов. Ау! Есть кто дома? Ah!
Ладно, не то чтобы я этого ожидал. Ладно. Ого, а он больше, чем я думал. Я тот, кто здесь живет. Ты вторгся в мои владения. Никто никуда не вторгся. Понятно? Мне просто нужна твоя сила. Ай! Так и думал. Это лава. Ладно. Ого, а он больше, чем я думал. Я тот, кто здесь живет. Ты вторгся в мои владения. Никто никуда не вторгся. Понятно? Мне просто нужна твоя сила. Ай! Так и думал. Это лава. Надо с этим завязывать. Ладно. Ого, а он больше, чем я думал. Я тот, кто здесь живет. Ты вторгся в мои владения. Никто никуда не вторгся. Понятно? Мне просто нужна твоя сила. Зараза. Надо вернуться. Откуда этот свет? Жилеты есть, людей нет. Куда он их дел? Может быть, это выход светит? В пристройке к твоим владениям лежат жилеты. Это там ты пытаешь людей, которых тебе приносят твои крылатые макаки? Моим гостям уготовано спасение, а не страдания. Ты прав, это не мое дело. Я пришел за суперсилой. Ай, так и думал, это лава. Не так-то это просто, когда некому схватить меня и унести. О, ты можешь обрушить пол? Надо с этим завязывать.
Так и думал. Это лава. Надо с этим завязывать. Прочь из лавы, Делфин, быстрей! О, это определенно вредно для здоровья. Да хватит уже лавы! Так и думал, это лава. Надо с этим завязывать. Из лавы, Делфин, быстрей! О, это определенно вредно для здоровья. Thank you.
Так и думал. Это лава. Надо с этим завязывать. Из лавы, Делфин, быстрей! О, это определенно вредно для здоровья. И я снова на штрафной скамье. Но я не уйду, пока не получу то, зачем пришел.
Мне наскучило твое общество! Может, хватит уже прятаться за спинами летучих нянек? Не оттягивай неизбежное! Думал, это лава. Надо с этим завязывать. Из лавы, Делфин, быстрей!
так и думал. Это лава. Надо с этим завязывать. Прочь из лавы, Делфин, быстрей! Определенно вредно для здоровья. Я старался быть как все. Быть незаметным, невидимым. Но хулиганы меня все равно находили. От них не спрячешься. Я чувствовал себя человеком, только когда играл в небесный костер.
Эта игра шла по моим правилам. Я мог вызвать ангелов, чтобы защитить невинных. И демонов, чтобы наказать задир. Но настоящий мир, он мне был не подвластен. Сначала я старался не обращать внимания. Но однажды они зашли слишком далеко. Когда приехали люди из ДЭС, они сказали, что заберут меня в другую школу. Школу для таких, как я. Особенных. 6 лет она подключала меня к своим аппаратам. Заставляла вызывать ангелов, но не давала им меня спасти. А потом авария. Это был мой шанс. Шанс наконец-то по-настоящему исчезнуть. Там, где меня никто не найдет. Но потом я увидел, как они хватают людей. Таких же, как я. Я знал, что она собирается с ними сделать. И я понял. Мы должны ей помешать. И опять эта хрень. Мне показалось, ты влип, но я и сорвался. Да, да, ничего, спасибо. Без тебя бы не смог. Хотя смог бы. И ты не поверишь, что я теперь умею. Знать бы только, что именно я умею. И ты избавил город от похитителя. Эй, полегче, не похитителя, он скорее спасатель. Делсин, послушай. Он хватал проводников на улицах, против их воли. Это похищение. Сбавь обороты. Во-первых, спасибо за слово «проводники», а во-вторых, не будь скотиной. Слушай, ладно, я не буду с тобой спорить. Но для всех будет лучше, если он сядет в клетку. Ты погоди пока здесь, на 2 слова. Я думал, ты как раз за то, чтобы не запирать людей без суда и следствия. Эй, обычно все так и есть. То есть ты отказываешься от своих принципов, когда тебе это удобно? Ну так давай, нацепи рыжий паричок и назовись Августиной. Может, на Хэллоуин? Лады. Тогда мы с геймером сейчас поболтаем немножко, один на один. А ты нам не мешай. Ладно. Если что, я снаружи. Идет? О, и спасибо тебе за помощь. Без тебя бы я не смог. А нет, еще как смог. Да, во второй раз смешнее не стало. Ну, Юджин, что скажешь, брат? Прошвырнемся с тобой по городу, ты научишь меня своим трюкам, а я научу тебя клеить девок. Воздадимся по заслугам. Ну... хорошо бы найти тех русских, которые издевались над пленниками, и навалять им как следует. Круто. Давай, тянемся. Замазали, да? Да. Мы восстанем! И научим всех нас уважать, хоть с того света. Надо опробовать новый арсенал. Плохое начало. Ты полный ноль. Так, братишка, я скинул тебе новые координаты. Реджи, помоги мне. Я потерял все способности. Ни юджиновской нет, ни моих старых. Что? Будь там, я еду. Нет, я тут у всех на виду. В паре кварталов отсюда есть один переулок. Я понял. Подъеду туда. Говнюк. Только вас сейчас не хватало. Бежи, 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 бежи. Старый, сюда,
Ну как так можно, а? Не распыляйся. Хо-хо, повезло им, что у меня силы пропали. Слава богу, ты здесь, Редж. Нужна твоя помощь. Погоди, стой. Говоришь, ты потерял все способности? Да, все способности. Ни дыма, ни неона, а геймерские... Так это же хорошо! Отличные новости, брат! Что ж тут хорошего, если за мной охотятся тысячи солдат Деза, а я как голый? Вспомни, мы хотели найти способ тебя излечить, так вот он! Ты больше не биотеррорист! Все, конец! Делсин, мы можем ехать домой. Домой? Слушай... Ты старался изо всех сил, так? Племя знает это, я тоже. Чудо, что ты вообще выжил. Так вот, пожалуйста, давай завяжем с этим, пока не поздно. Скажи честно, ты на моем месте уехал бы домой? Безусловно. На твоем месте, да. О, пусть я булыжники в нее буду кидать, но я достану Августину. А так как мне бы не хотелось разыгрывать сценку про Давида и Голиафа, мне очень нужна твоя помощь. Так если ты уже принял решение, тогда зачем тебе я? Ну, если у меня есть шанс вернуть способности, то только через ретрансляторы. Конечно. Но, черт, Редж, без моих способностей мне его в жизни не вскрыть, так что... Мне вообще-то нужен не ты, а, ну, а твой пистолет. Нет. Нет, 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 нет. Пистолет я тебе не дам. Не дам и точка. Ты... О, черт! Но зато, возможно, я могу одолжить пару пуль. Спасибо. Я наверняка пожалею, что спросил, но какие новости? Ты лучше отойди подальше. А, хорошо, что я отошел. Ну, может, в следующем будет что-нибудь стреляющее или там, ну, ударяющее. Я тебе сообщу. Ну нет, я иду с тобой. Нет, 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 не идешь. Я сам. Силой невидимости ретранслятор не откроешь, так что без меня тебе все равно никак не обойтись. Тем более, ты не знаешь, где он. Ну, если выбирать одну силу, невидимость не так уж и плохо. А то! Я подростком о таком, знаешь, как страстно мечтал. О! Все, закрыли тему. Вот он. Отлично, Редж. Заставь его расколоться. Я надеюсь, потому что к нам на всех парах мчится Дес. Видал? Просто обалдеть! Делсин? Эй, я сказал, прячься!
они ничего не поняли. Реджи, ты цел? Да, порядок. Пойдем к следующему ретранслятору. Извини, это слишком опасно. Тебе со мной нельзя, дружок. Итак, следующий ретранслятор у нас где? Эй, помнишь меня? Я тот специалист по ретрансляторам. Ой, и звонок на второй линии. Юджин, это Далсон, слушай. Твои летучие друзья наверняка ведь проводили разведку местности, а? Да. Отлично, помоги мне кое-что найти. Знаешь, такие светящиеся ящики, которые Дес везде расставил? Ага, сейчас. Один такой недалеко от тебя. Шикарно. Кстати, я тут видел парочку акул. Видишь, парни? Да, создаю вещи силой мысли. Раз уж я тут, можно и приложиться. А, черт. Это чувство. Юджин, извини, что прерываю твое общение с демонами, но меня атакуют снайперы. Давай, двигай-ка сюда, а? Да нет, я тут посижу. Но я пошлю к тебе ангелов. Надо же, теперь я могу бегать и прятаться. Что же будет дальше? Цела? А, Проныра? Да, все окей. А, слушай, чувак, она тебе совсем не пара. Сначала научись ползать, а потом уже садись в ракету. А тот тип, который устроил... Хорошо, когда есть пара помощников. Посмотрим, я могу исчезнуть, ударить и убежать. Ха, против авиации мне это не очень поможет. Thank you.
Вы куда? Это же самое веселое! Клево! Юджин, не сочти меня неблагодарным, но почему твои демоны такие трусливые? Я думал, они нужны только для разведки. Слышь, ну ты чё? Ну нельзя же так делать. Мы проводники, своих не бросаем. Ладно, исправлюсь, обещаю. Еще один нашел. Это довольно близко, спасибо. Делсин, в то же место направляется кучка дезерцев. Но не бойся, там у тебя будут помощники. Отлично, мы с твоим... Подойдет. Классный трюк для вечеринки. Мутанты, вперед! Да, ура, все такое. Но у меня плохие новости. Я нашел еще один ретранслятор. Что ж тут плохого? Рядом с ним куча бойцов Деза. Может, хватит с тебя сил? Зачем еще рисковать? Мы ведь даже не знаем, что ты получишь. Юджин, только не надо опять трусить, ладно? Нет такой задачи, с которой не справятся два альфа-самцовых проводника и куча ангелов с демонами. Прям так и альфа-самцовых. Как буду там, позвоню. Я-то думал, что круче уже быть не может!
все как по телеку. Как я исчез? Короче, Юджин, вот мой план. Я незаметно обойду их, а ты... Ну же, Юджин, ты способен на большее. Давай, альфа-самец! Ну, ребята, вперед! Геймер дал приказ! А вот и салют! Делсин, я надеюсь, ты приобрел что-то мощное, потому что сейчас начнется. Сейчас вам будет ад, рай и Делсин. Ого, Юджин, что ж ты раньше-то стеснялся? У меня маленькое замечание. Ад, рай, Делсин и Юджин. Нет, хочешь попасть на обложку, тогда вылезай из своей берлоги. Ну, не знаю. Люди меня не любят. Вот почему хорошо быть проводником. Никаких зам... Короче, с отношениями. Одни способности. Это моя тема, способности. Ну, и приятно слушать, как бандиты орут.
Молодец! Захочешь погулять по городу, скажи! Загляну в твои края! Редж, извини, что опоздали, но мы тут с Юджином сейчас здорово врезали акулам! Эй, во-первых, я рад, что вы все еще живы! А во-вторых... Прости, въезжаю в тоннель! С этим надо завязывать. Сразу, как только это надоест.